Алина Рафкатовна работает медсестрой в городской больнице города Салават всего один год. Профессию выбирала по душе. После окончания школы, не задумываясь, поступила в Салаватский медицинский колледж. Медицинская сестра всегда востребована. Пациенты всегда нуждаются в помощи, поддержке, самое главное, что больничная среда и так негативно влияет на человека. Медицинская сестра помогает справляться с этим, с поддержкой. Работу свою она любит. Еще будучи студенткой, во время прохождения практики поняла, что выбрала нужную профессию. Когда ходила на практике, я приглядывалась, где мне лучше больше нравится, где мне лучше остаться, в каком отделении. В итоге для работы Алина выбрала отделение реанимации и ни разу о своем выборе не пожалела. Хотя поначалу и было страшно, признается она. Немножко был страх, но пришлось преодолеть, чтобы остаться и помогать дальше людям. В реанимации лежат тяжело больные пациенты, которые нуждаются в уходе, которые не могут обеспечить свою потребность. Я как медицинская сестра помогаю им в этом. С каждым годом я получаю новый опыт, новые какие-то навыки. Главное в своей профессии, как считает Алина, это все делать с душой. Может быть, и поэтому у нее и уколы не такие болезненные. Но я все манипуляции выполняла с душой. Я относилась к этому ответственно. Профессия мне нравится тем, что когда я вижу свой итог, когда им действительно моя помощь помогла, конечно, многие пациенты благодарят. Ну, я рада очень им помогать. Несмотря на небольшой опыт в работе, Алина Рафкатовна успела поработать и в так называемой красной зоне инфекционного госпиталя. С начала апреля оказывала медицинскую помощь тем, кто в этом нуждался. То, что были люди с моего отделения, я чувствовала какую-то поддержку, защита была. Они помогали мне в трудную минуту справиться с тяжелыми минутами. Ну, я думаю, самое главное, нужно было там не бояться, иначе бы ничего не получилось. Я сама захотела помогать людям в такой тяжелый период, чтобы был какой-то приятный исход. Не было страха, было одно желание помочь. Как говорит сама Алина, многие пациенты с диагнозом ковид сами не верили в ее существование. Болезнь эта существует, но очень страшно, когда работаешь с ними. Хочу, чтобы они берегли себя, сидели дома на изоляции, соблюдали все. После работы в красной зоне Алина Рафкатовна еще больше начала ценить свою профессию и своих коллег. Ведь чтобы спасти жизнь человека, медицинские работники день и ночь служат на посту. И для них не нужны громкие аплодисменты, для них это просто работа. Работа, которая иногда стоит собственной жизни. Лилия Шаниязова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».